Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня будет очередное стихотворение господина Блока. Это короткое, но хорошее произведение о цикличности человеческого мироздания. Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встает. Ночь, ледяная рядь канала, аптека, улица, фонарь. Всем до новых встреч!